Якутии в эфире, телеканалы «Якутия-24» и «НВК Саха». Встречаем этот день вместе с вами. Екатерина Винокурова, Павел Танин. Паша, ты знаешь, что у нас в Якутии есть единственный духовой оркестр? Я наслышан об этом. Вообще, хотелось бы с утра сейчас с тобой поговорить конкретно о таком явлении, как встречать день с музыкой. Вот вообще, это в принципе классно, в зависимости от того, какую музыку вы предпочитаете, потому что, мне кажется, нужно что-то драйвовое и интересное. Да, но... и это возможно, даже в рамках нашей передачи. Да, и вот в этой связи я очень завидую людям, которые занимаются музыкой профессионально, ведь с музыкой они проводят целый день. Всю жизнь. Да, и, может быть, не слушают, но как минимум читают партитуры, ноты и так далее. А да, в нашей студии как раз-таки гости духового оркестра. Это заведующий кафедрой концертно-духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки Александр Кузьмин, а также ученики 11 класса Люба Попова и ученик 10 класса Михаил Миронов. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Вот. Ну, для начала хотелось бы узнать такой вопрос. Вы, как заведующий кафедрой именно духовых ударных инструментов, подскажите, сколько сегодня вообще в Высшей школе музыки направлений по инструментам? Да, спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы знаете, что Высшая школа музыки уже существует почти 30 лет. Вот, и указом первого президента была открыта эта школа, и я сейчас уже думаю, что очень правильная была политика, что именно в 90-е годы создать такую школу. Теперь мы уже пожинаем какие-то плоды свои. Да? Вот, говоря о нашей кафедре и вообще в школе, у нас направления разные. Значит, я возглавляю духовое кафедру, есть кафедра фортепиано, да, сольное исполнение фортепиано, есть кафедра оперного пения у нас, вот, и, ну и существует отделение разного направления, там, и компьютерная музыка и так далее. Вот, вот насколько нам известно, недавно с духовым оркестром вы принимали, у вас был выезд. Да, да, у нас был выезд во Владивосток, есть... такие ежегодно проводимые творческие смены для детей, духовиков, вот, на фестиваль-конкурс. Это проводится в течение 21 дня, понимаете? Это, там возглавляется духовым обществом имени Халилова. Вот. Мы, значит, наш духовой оркестр Высшей школы музыки занял как бы передовое место, тоже туда же попадают именно оркестры ведущие, да, тоже туда конкурс. Почему? Потому что это все, все там бесплатно. Это правительство России. Сейчас мы возрождается вообще это исполнительство на духовых инструментах. И вы понимаете, что в 90-е годы был развал этого направления духового исполнительства. И поэтому сейчас всемирно, по всей России идет вот такое возрождение детских духовых оркестров. И лучшие духовые оркестры принимают участие вот в мастер-классах, вот, именно вот в детском центре. Mm-hmm. Мы также побывали в Артеке в 2018 году, а в Океане мы уже два раза были. Угу. В прошлом году из-за пандемии не поехали. Угу. Сколько человек, да, это все дети в оркестре? Да, там, значит, условие, что дети должны быть до 18 лет. Вот. В оркестре в этом году сколько я повез 25 человек. Угу. Человек. Вот. Жалко, что некоторые не поехали, потому что им уже за 18. Угу. Не прошли возрастную. Не прошли возрастную требование. Но это, конечно, для нас было испытание очень сложное. Вы понимаете, мы не занимались полтора года из-за пандемии. Угу. И пришлось нам за 10 дней до выезда вот быстренько собраться и
подготовиться. И, ну, думаю, что удачно все съездить. Ну, вроде все получилось. Да, получилось, но, конечно, с большим трудом, но есть и такие. Ну, вот сейчас хотелось бы поговорить с Любой и Михаилом. Насколько знаю, Люба, ты играешь на флейте, вот она лежит перед нами, и Михаил, ты играешь на тубе. Почему вот вы выбрали именно эти инструменты? Как-то они вас привлекают или вот дали в руки, и у меня играется хорошо, я играю. И сами ли вы выбрали, да? Вот я в высшей школе музыки с первого класса. Я поступила в 7 лет, и тогда, ну, я из деревни сама, вот. И из всех инструментов я знала только флейту, фортепиано и скрипку. Ну, что-то мне понравилось флейта, смотрела я в телевизоре и выбрала флейту. Так получилось. Михаил? Я тоже только знал флейту, фортепиано и скрипку. Я изначально хотел на флейту, но мне дали выбор между тромбоном и тубой. Мне больше понравился вариант с тубой, потому что мне так захотелось. Причем вот абсолютно разные звучания, да? Флейта очень достаточно высокая. Ну, такая. Вы уже все, вы до конца с этим инструментом? Или есть возможность изменить ему? Да нет. Я до конца, наверное, не было желания как-то поменять инструмент. Нет вообще. Ну вот, я так понимаю, вы также вот принимали участие в конкурсе. Да. Как-то свои впечатления поделитесь. Поделитесь, да. Много ли ребят, общались ли с другими ребятами из других регионов? Ну, в принципе, нам запрещали, потому что из-за карантинных мер. Но во время репетиций, концертов мы с ними все равно общались, делились опытом, своими впечатлениями, все очень хорошо настроены, позитивные, подготовленные. Мы, смотря на них, тоже хотели выложиться на полную. Ну вот тоже такой вопрос, я думаю, как людям, которые сейчас, возможно, в начале, да, профессионального музыкального пути, есть ли у вас какие-то вот, деятели, не обязательно, может быть, музыкального, да, мира, на которых хочется равняться? Вот буквально коротко. Ну, в первую очередь, это мой преподаватель. Вот, ну... А у Миши? Да, тоже мой преподаватель. Да, мы познакомились, потому что общаемся каждый день, каждый... Почти как семья. Да, как семья, потому что мы с первого класса мы уже... Ну, хочется уже услышать звуки, да? Да, вы пришли с инструментами сегодня, и вот хотели бы вас попросить, может быть, Люба, исполнить пожалуйста. Какую-то композицию. Ага, что это будет за композиция, вы можете рассказать? Ага, ну, Александр, это они выбирают сами, что играть, я тут уже не вмешиваюсь, почему, потому что... Люба, пожалуйста, мы с нетерпением ждем. Известно. Прекрасно. Да, у нас прям как осмотр какой-то. Миша, пожалуйста, ну, туба, да? Туба, да? Ну, замечу, что это самый высокий инструмент в оркестре и самый низкий. Чарующий. Да, самый низкий. Вот диапазон как раз контрастный. Вот как пример. Здорово. Ну, прям послушали этот контраст диапазонов сейчас. Вот. Ага. Ну, у ребят какие планы дальнейшие? Да, дальнейшие планы у нас, конечно, грандиозные. Вот, значит, Люба вот на днях уже вылетает на международный конкурс в Москву. Она прошла первый тур по записи, да. И вот сейчас на второй тур уже будут слушать воочию, там приглашают на второй тур Центральной музыкальной школы города Москвы.
там идет международный конкурс. Будет. Это здорово, мы это очень радует. Мы желаем тебе удачи, да? Показать да. на все 100 себя. Да. Спасибо огромное. Да. А Миша тоже в свое время тоже лауреат международных, всероссийских конкурсов. Поэтому вот как бы они у меня ведущие. Что ж, Александр Эдуардович, Миша, Люба, огромное вам спасибо за участие в эфире. Да, спасибо, что еще... подарили нам. Нет, я хочу поблагодарить, конечно, наше руководство школы, что за такую поездку, выезды. Хочу поблагодарить именно ассоциацию исполнителей на духовых инструментах, духовое общество имени Халилова в лице президента Михаила Аркадьевича Брызгалова. Вот. Спасибо большое, что мы теперь наравне со всеми можем соревноваться. И показывать спасибо. Школу нашу. Да, школа и республика. Главное, наша республика.